Всем привет! У микрофона Амортис, это обзоры мобильных игр от Mob.ua. Поехали! Сегодняшний наш пациент это как Армита Саус среди гонок. То есть это не совсем аркада, это достаточно хардкорный и реалистичный симулятор. Как ты уже, наверное, догадался, речь пойдет о Колин Макрей Ралли. Вообще, сама серия зародилась еще в конце 90-х, и хотя и не стала прям супер-мега популярной, но определенный круг поклонников все же заимела. И при этом круг немалый. К сожалению, сейчас серия благополучно сдохла. Ну потому что, во-первых, с самим Колином Макреем случилось то же самое, что, наверное, печально. Во-вторых, компания Codemasters сейчас занимается другими проектами. Ну а в-третьих, потому что современные любители гонок привыкли кушать уже переваренную аркадную кашицу, и от элементов хардкора у них не сварение. Но это лишь мое мнение. Правда, игра вышла не вторая, не третья, уж тем более не пятая часть. Codemasters, очевидно вдохновившись всеобщим фапом на перезапуск ископаемых фильмов и игр, предоставила нам самую первую Колин Макрей Ралли. Притом без каких-либо заметных улучшений в графике, что в 2013 году выглядело бы довольно стрёмно, если бы я был графодрочером. Но во всей серии графика никогда не была главным элементом. Главным была и осталась физика. И поскольку, как и графика, законы физики здесь неизменны еще с конца прошлого тысячелетия, с ними все хорошо. Даже странно, но физика и правда хорошая, даже для нынешнего времени. Да и управление реализовано не через жопу. Есть кнопки, обозначающие газ, тормоз и ручник. Притом, в отличие от большинства гонок, здесь ручник нужен не для понта, а для тела. Как-никак симулятор. Ну а что касается поворотов, то здесь есть два варианта, как их осуществлять. В настройках можно поставить повороты нажатием на стрелки на экране, а можно врубить акселерометр. Что радует, сохранены все оригинальные трассы. Тогда, когда эта игра была еще актуальна для ПК, у меня компа не было и в помине. Так что первая часть серии прошла мимо меня, но сейчас есть шанс увидеть ее в первозданном виде. Трассы расположены в разных странах, в разной местности, и у каждой есть какие-то свои особенности. Доступны такие режимы игры, как чемпионат, ралли и случайные заезды. А вот машин осталось всего 4. По слухам, в оригинале их было то ли 6, то ли 7, а тут 4. Видимо, остальные угнали за прошедшие 13 с лишним лет. Кстати, машины ломаются, вот прям в говно ломаются. И между трассами их нужно чинить. Притом на починку тебе дают какой-то лимит игрового времени. И если ты не укладываешься в него, то приходится выбирать, какие детали чинить, а с какими пока подождать. Такая вот игра, это отличный шанс познакомиться с серией для тех, кто, как и я, пропустил первую часть. На сегодня это все. Если понравился обзор, ставь лайки, подписывайся и делись с друзьями. Ну, ты знаешь, с тобой были Федор Амортис, Николай Подгурский и обзоры от Mob.ua. До скорого. We'll be right back.